Оркестра Classic Energy, Марию Шестакову. Thank you.
содержат отсылки к шлягеру Фрэнка Синатры, из-за чего, кстати, Бон Джови и гитарист Рич Самбора даже поссорились. Но Джон писал ее, размышляя о своем месте в этом мире, потому стремился создать ее более оптимистичной и вдохновляющей, чем история у Синатры. В итоге «It's My Life» — это полижанровая композиция, в которой ярчайшим образом соединяются рефлексия и оптимизм, ностальгия и мысли о будущем. Но главное, что она сумела стать ритмом свободы действительно каждого человека на Земле. Thank you.
И сейчас его с оркестром и хором исполнит солистка хора Екатерина Мадатова. Thank you.
Thank you.
Гигантов, струнов, пиратах, романтиках появилось неспроста. Во французском парке аттракционов Диснейленде давно уже существует одноименный аттракцион, где посетители могут пересчитать золотые дублоны, услышать грохот пушек и даже лицезреть самих Джека Воробья и капитана Барбоса. И вот, прогуливаясь по этому парку, Гор Вербинский вдохновился этим приключенческим духом и решил перенести эту историю на киноэкран. Это монументальная, невероятной красоты композиция настолько многогранна, что, кажется, вобрала в себя весь безграничный спектр эмоций и чувств, которыми пронизан этот захватывающий фильм. В ней ярко и талантливо сочетаются ноты чести и отваги, молодецкой удали, коварства, ну и, конечно же, любви. Итак, встречайте самого непревзойденно-темпераментного дирижера оркестра Classic Energy Юрия Караваева! Thank you.
с оркестром и хором этот шедевр исполнит солистка, участница телепроекта «Песни на ТНТ», голос, голос Украины, Мэри М. Does anybody know what we are here for?
дорогие друзья, а сейчас мы станем с вами свидетелями одного волшебного мгновения. Надюша, поднимись, пожалуйста. Лишних слов не надо. Я хочу спросить у тебя только одно. Thank you.
обвинение в сатанизме. Но участники AC/DC категорически не соглашались с такой трактовкой, а Малкольм Янг даже заявил: «Да моя мама меня бы убила за это». Поэтому ребята и пояснили, что на самом деле в песне речь идет о трудностях их гастрольной жизни, долгих переездах длиною в вечность и жизнью фактически в автобусе. Позже этот сатанинский хит прозвучал еще во многих фильмах и сериалах, среди которых «Доктор Хаус», «Сверхъестественное», «Железный человек 2», «Школа рока» и многие другие. Ich bin Macht, die Augenlider
Специально написал историю так, чтобы отрыть в Циммере то, что тот сам из себя вытащить не смог бы. У Ханса есть сын, подросток, и цитата из рассказа косвенно касалась его. И когда Циммер узнал всю задумку режиссера, он, конечно, пришел в недоумение. «Погоди, Крис, я же написал тебе чрезвычайно личную вещь, ты же это понимаешь?» На что Нолан ответил: «Да? И теперь я знаю, каким будет сердце моего фильма». Эта композиция не только сердце фильма «Интерстеллар», но и, пожалуй, всего необъятного творчества гениального Ханса Циммера. Мурашки непроизвольно пробегают по телу от нарастающего ожидания, и сердце волнующе бьется в такт этим чарующим нотам. Thank you.
Становится тогда, когда ее исполняют дети. Поэтому сейчас на этой сцене юные дарования, дети наших музыкантов оркестра, дети Classic Energy, а также образцовый хор Fest под руководством Эллы Стражук исполнят этот шедевр на века. И, дорогие друзья, давайте поддержим. Давайте, пожалуйста, поддержим детишек. Давайте погрузимся вместе с ними в атмосферу волшебства и зажжем в зале на телефонах фонарики. Делай.
такой мечте. Thank you.
исполнит для вас разрывной хит группы «Rammstein» «Du hast». You must.